Продолжаем говорить о том, как учить новые слова и новые грамматические конструкции. У меня сегодня есть для вас новый метод. Хочешь выучить сам? Сначала научи товарища. Как мы это делаем? Узнали новое слово? Немедленно начинаем его использовать с коллегами, с друзьями, с окружающими, с ребенком. С кем вы там разговариваете по-английски? Вот с ними, со всеми. То же самое с новой грамматической конструкцией. Начинайте ее использовать, а когда вас уточнят, что имел в виду автор? Вы говорите, сейчас я тебе все объясню. И даже если они забыли спросить, ну уж вы-то понимаете, они просто постеснялись, поэтому ловите их за что поймаете и говорите, значит так, я сегодня узнал новую конструкцию, я уверен, ты тоже всю жизнь хотела это знать. Даже если сначала они будут вырываться, потом они поймут всю пользу.